Твери продолжается кампания по ремонту дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас работы ведутся на 18 объектах. Реализация нацпроекта в Твери вступила в активную фазу. Укладка верхнего слоя асфальта завершается на улицах Кольцевая, Маяковского и Шишкова. А на Первой, Республиканской, Громово, Оборонной, Пичугина и ряде других улиц сейчас идут работы по замене бортового камня, фрезерованию старого покрытия, укладке нового асфальта, ремонту тротуаров. Начался ремонт и в центре города. На улицах Вольного Новгорода и Склискова, а также на набережной Степана Разина, где демонтируют старую плитку. Основными из этих условий является то, что выпадение осадков должно быть не более 5 мм в сутки. Соответственно, покрытие, которое подготавливается под укладку, обработано вяжущими веществами еще на сухую, соответственно, выстоялось. Вот. И непосредственно при укладке работы ведутся после того, как механизированным способом вода с покрытия основная будет убрана. Плюс ко всему, мы со своей стороны требуем с подрядчика о том, что если начинаются какие-то выпадения сильных осадков, чтобы укладку они останавливали. В этом случае возможно, чтобы была осуществлена докатка уложенной смеси, которая в этот момент уже находится как бы в теле проезжей части.